Окей. Всем здравствуйте. Hello. 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 Что Hello. же? Hello. Окей. I'm glad to see you on our speaking club lesson. Today we are continuing our last topic. Then we will do some exercises, and at the end of the lesson we will play some games. So let's get started. Сегодня у нас мы продолжим тему, которая была еще на прошлом уроке. Ну, просто освежим память. Потом сделаем задание. И в конце поиграем в игру уже, когда останется время. Окей? Итак, today's our topic is past perfect. Сегодняшняя наша тема – это past perfect. Это, как написано здесь, прошедшее совершенное время. Past perfect – это время, past perfect tense, которое обозначает действие, которое завершилось до определенного момента. Например, I called Jim too late. He had already left. Я позвонил Джиму слишком поздно, он уже ушел. Или же we had lived in Paris for 12 years before we moved to America. До переезда в Америку мы прожили в Париже 12 лет. Вот как образуется past perfect. Например, I had played. Тут она значит форма had, глагол to have. В прошедшем времени он имеет единственную только форму had. Например, I had played, you had played, he, she, it had played, we had played, you had played, they had played. Глагол тут варьируется. Например, если у нас, допустим, прошедшее время, если у нас глагол правильный, то просто прибавляется форма, прибавляется ed, конец. Но есть также исключения. Я думаю, многие слышали про неправильные глаголы, у которых не такая форма, как у правильных. То есть, чтобы, допустим, сделать форму прошедшего времени с неправильным глаголом, у него есть отдельные формы. Вот, допустим, так. Вот такая вот таблица, даже есть неправильный глагол. Допустим, слово петь. Sing, sang, sung. Или, допустим, спать. Sleep, slept, slept. То есть у нас тут не прибавляется ed, наконец. Тут у нас уже собственные глаголы, которые в основном очень легки, чтобы выучить, но сложны в том из-за своего количества. То есть их очень много, поэтому их очень сложно выучить для некоторых людей. Но в основном у них у всех... Они в основном все рифмуются, то есть lie, light, light. То есть они все короткие. Есть также вид таких неправильных глаголов, которые остаются, которые в прошедшем остаются такими же. Например, глагол позволять. Let, let, let. То есть отличий никаких, а понимание там уже идет по контексту. Или, например, глагол put, класть. Put, put, put. Или глагол резать. Тут его нет вроде бы. Ну, должен быть. Cut, cut, cut. В принципе, пишется так же, говорится так же, только говорится так же. Но при этом все формы одинаковые у них. Для того, чтобы образовать прошедшее время для глаголов, для неправильных глаголов, мы используем participle to. Это у нас... Третий столбик вот здесь вот. Первый столбик у нас глаголы в обычной форме. Второй – это past simple, просто прошедшая форма, допустим. А третий столбик – это у нас уже идет как participle to. То есть та самая форма, которую мы используем для образования past perfect. Тут у нас, конечно, идет, например, examined – это все правильные глаголы. Допустим, неправильные глаголы, это у нас, например, eat, eat, ate, eaten.
Вот как здесь, например. Или вот тут не так много, к сожалению, неправильных глаголов, но очень много примеров. Например, вот предложение вопросительное, как образуется. Тут, в принципе, ничего сложного, просто у нас had уходит в начало, а глагол на третье место, потому что между ними стоит еще и местоимение. Допустим, вот как образуется утвердительный I had played, а вопросительный had I played. То есть они, то есть глагол с местоимением меняется местами просто. Если в утвердительном местоимение на первом, глагол на втором, то в вопросительных, в вопросительном предложении глагол на первом, местоимение на втором. Отрицательных, в принципе, тоже легкая форма. Просто к глаголу прибавляется частичка not. И то она в основном сокращается до... Просто буква O убирается и ставится вот такая запятая. How did you hope to pass the exam if you hadn't even opened the textbook? Или если полная форма, I had not finished my work when he came here. Но большинство своем употребляется у нас в основном сокращенная версия глагола. В случае употребления, допустим, действие, которое закончилось до определенного момента в прошлом, на который может указывать точная дата или точный час. After the sun had set, we saw thousands of fireflies. После того, как зашло солнце, мы увидели тысячи светлячков. То есть after. То есть у нас должно указываться точная дата или час. Вот мы можем сейчас... в принципе, тема понятна всем? Или есть вопросы? Понятно. Его мы тут не понять. Здравствуйте. Если всем, в принципе, понятно, то мы можем уже начать практику. Допустим, тренировать past perfect. Who want to start? Кто хочет начать первое предложение? I can. Окей. Кто хочет, поднимает руку по желанию. I can. Так, окей, Ал, can start. They, окей. Discuss. Так, у нас тут past perfect. Значит, вначале у нас что идет? До discuss. Вот, у нас форма, смотри. Had, understand. Okay. Had. Дальше. Discuss. Правильный глагол, значит, какая форма у него будет здесь, которая есть? Discussed. Okay. Discussed. This is that question. They had discussed that question. Yeah, correct. Правильно, молодец. Next, Leo. She. Lived. Жила. Что у тебя получается так? Дальше. She had lived. Тут у нас сначала артикль идет. Значит, что у нас? Что у нас здесь артикль? Я не знаю. A. She had lived a...
В жизни у нас как будет? Live. Life. She lived a life. She. Который... Вот это да. Я забыл упомянуть, у нас head иногда тоже сокращается до вот такого вот. Просто she, the. То есть H-A, две буквы у нас уходят. Тоже сокращение. She lived a life, she... Lived at... She... Only... Lived. She had... Only... Only... А я сказал уже only. Only dreams. Dreams. Dream. Нет. Dream. А я сказал просто dream. Просто? Dream. Можешь погромче говорить? Почему-то не слышно. Dream. 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 She lived a life. She only dreamed. Correct. Okay. Next. Денис и Мария. Кто из вас? Денис. Окей. Как надо руку поднять? Да. Мужчина, понял. А. Is. Understand. Ну-ка сказать, мужчина, понял. Так, у нас тут, когда вопрос образуется, у нас что вначале идет? Вот. Значит, что у нас вначале-то здесь будет? Had. 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 Не понял? Had. Understand. Нет, у нас местоимение глагол, местоимение... ой, точнее, глагол, да. Had, местоимение, глагол. Had, man. Under. Тут будет артикль. Had the man. 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 Теперь глагол можно. У нас understand. Это неправильный глагол. Третья форма у него, кто знает, какая будет? Had the man understood? Understood, yeah. Had the man understood? Correct. Next. Next. Богдан? Он пошел лучше, чем он ожидал. Они были лучше, чем он ожидал. They. Sink. У нас прошедшее время. Sink у нас неправильный глагол. Sink. Sink. А sink. Better. Вот. Ну уж как-то можно. Лучше как у нас. Богдан. Good. Good. Good это просто хорошо, а лучше? Лучше. Good. Better. Better. Уже. Чем? Чем? Чем как вот Кирилл? When? Then. Местоимение. Then. He. Then he.
Expect у нас правильный глагол. Значит, у нас какая форма будет здесь? Expected. Next. Ален. She. It. She doesn't. No. Doesn't believe. Hadn't. He hadn't believed. Дальше. Что можно сказать? Вампиров у нас тут множное. Vampires. Vampires. Next. Кирилл, она прочитала книгу. По-моему, Они прочитали книгу. Так. Берс. Привет. Had. They. Кирюш, как ты сказал? Read. Только read. Yeah. Третья колонка. Read. The. Yep. Book. Books. Had they read the book? Okay. Next. Диана. У него был ночной кошмар. Has. Нет, had. У нас past perfect. Had. Had. Had he. Had he. Have. Прошлый Had he. Had he had. Had he had. 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 Так, дальше. Правильно. Night. 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 Nightmare. Так, остальные, кого пока не говорит, можете пока микрофоны выключить? Потому что на заднем плане слышно. Next. Злата. Что-то случилось. Has. Только чуть-чуть другое. Здравствуйте. Have. Нет. Прошедшее have. Как будет? Have. Микрофон, где выключит звук, да, надо нажимать? Сюда? Да, да. Had. Had.
что-то. Что-то. Как у нас будет? Но нет. Any? Anything. Happened. Happened. Had anything happened? Правильно, это был правильный глагол. Next. Так, Тимофей. I. Ну, продолжай дальше, Тимофей. Вспомнил. Как у нас вспомнил будет? Вспомнить вообще. Как будет у нас глагол? Have remembered. Remembered. Дальше. The. Так, пока Тимофей отвечает. The. Fight. That. 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 Так, теперь у нас что до глагола у нас идет? Has. Не has. Чуть-чуть другое. Прошедшем времени. Had. Had. Так, начинать. Start у нас. Это правильный глагол. Значит, как будет у нас? Start. Started. I remember the fight that had started. And last one, последний. Ирина. Head. Так, head. Артикль. Where? The. Так, заклинание будет spell. Worked, да. Had the spell worked? Это у нас work, это правильный глагол. Окей, next. Так, время еще есть, поэтому можем сделать еще пару заданий, окей? Okay. Who wants to start this one? Sorry. Want to, так, Денис, Мария. You can start. Finished. Только had finished. I had finished my speech by the time you brought me my order. Так, читаем предложение полностью. Next. Берс. By 11 o'clock
he had catched the train. Had caught. See, yes. Okay, next. Богдан. Had washed up. Washed up by the time she came house. Home. Okay. Next. Ирина. He had started полностью. He had started shooting a film. We couldn't speak. Okay, right. Daniel. She went away after she had fishing her. Так, опять вот этот. Это мы еще не дошли. У нас вот это сейчас. Так. Had already got the breakfast ready when you came. Okay. Correct. Next. Want to continue? Так. Да, были, кто еще не был у нас? Ал? Я не был. Я был. Окей, Ярик. Это предложение. She have frisched, наверное. Полностью предложение только. She went away after she worked. After she... Так, прочитай, какой ты урл. Have finished. She... Да. Had finished. Второй. Next. Так. Кто еще не был у нас? Юлия. Я? Это предложение? Да. Так. Джон. Ну. Это set out for Japan about by the end of October. Окей. Так. Так, Дарам. The dog had broken all the crockery when I returned home. Returned. Окей. Так, iPhone – это имя? Можно? Да. iPhone. Можешь имя написать? Окей.
Можешь, ты можешь имя поменять? Да. Тут. Так. Сима, окей. Okay. Can you, can read this sentence, please? We have already lived третье. Да. Первое только. Had, потому что это past perfect. Mm-hmm. Полностью теперь. We had already lived. We have already lived in France for 5 years when I come there. Окей, okay. Came только. Next. Так. Так. Диана. Okay, вот. Окей. My friend all their promises by that time. Так, теперь. Had already forgotten has already forgotten. Okay. My friend has already forgotten. Если подумать, не has будет у нас. Одна буква тут. У нас это past perfect. У нас будет не has. Тогда будет had. Already forgot. Then. Forgotten. Окей. Так. Данил. His son had came already back already. Home from school when he arrived to pick him up. Окей. Okay. Давай. And the last one. Берс. Нет. Я читаю. Me? Yep. Yes. Tom had did his homework. Не, не did. У нас третья форма используется. Done, правильно. Homework by the time I got the dinner for him. Dinner. Okay. We've got more time, so we can do this one. Complete the sentence using past perfect tense. So, who wants to start this one? Diana? Yes. Start. Нет, вот Диана К. Sorry. The fire had already reached the roof by the time the fireman arrived. Okay, had already reached the roof. Так. Next, Богдан. Josh Smith went to prison back
Because? Because she still... Нет. He... Сначала had... Had... И still в третьей форме будет у нас stolen. Had stolen. A lot of money. Окей. Okay. Third one. All. Hells went to bed after she watched her favorite TV program. А глагол как будет? Правильно. Watch it. Watch it. А что перед ним стоит? Had watched. Правильно. Had watched. Next. Денис и Мария. Денис и Мария. Да. My father bought the new car after he I have it a few times. Okay. Next, Ярик. By the team, Sonia got to the party Begin. Прошедшее. А? Прошедшее время. Begin. Дочь. Begin dancing. Нет, не begin. А как будет в прошедшем у нас? Это у нас неправильный глагол. Третья форма. Знаешь, как будет? Так. Began. Began. У нас третья форма. А если бы по simple, то было бы began. Но тут у нас past perfect, поэтому будет began. Next. Who wants? Юлия. Так, я... Lorenzo had yet all the ice cream before I opened the fridge. Lorenzo, глагол? No, had yet. Had. Нет, в третьей форме у нас будет eaten. Had eaten. Окей? Окей. Next, Злата. Злата. There was a lot of show outside because it snowed. Had.
snowed. Had snowed. Mm-hmm. До конца. Earlier that day. Correct. Next one, Alan. Ален? Miss Tris didn't pass the test because she... Как у нас отрицательное образуется? Teach. Hadn't. А глагол сам? Hadn't learned. Hadn't study. Как у нас будет стадия в прошедшем? Как у нас, Ален, как будет стать процессом? Стади. Это правильный глагол. Стадиш. Стадиет. Это all. Окей. Next, Данил. Так. Look. Somebody left the windows, had left the windows open. Had left. Yes. Correct. And the last one for today. Last one, Irina. Last one. Десятое. Как читается? By the time. By the time police arrived, we were burglar, had burglar. Had, глагол, процессом как будет break. Не помню. Broken. Brain broken. Had broken, и до конца. Это мой into my neighbor's. My neighbor's house. Okay. We have 14 more minutes, so I guess we can play. And another exercise we'll do the next lesson. У нас еще 13 минут уже. Поэтому остальные задания можем делать на следующем занятии, а пока то, что осталось, поиграть можем. Во что будем? Animal Mastery or Hangman today?
Hangman. 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 Кто ходит Hangman? Так, можете сейчас все опустить руки, please. Окей. And поднимите руки сейчас, кто за Hangman? Так, 9 человек, ого. Так, ну ладно, окей. Тогда Hangman today. Я уже понял, что Hangman будет. Окей, today our topic will be nature. Природа. Who wants to start? Окей, Диана. А яке слово треба? Тут треба зібрати слово, да? Тут нужно угадать слово. Угу. Из чотирьох букв. Да, ну, в этом слове, именно в этом, на данный момент 4 буквы, и надо любую, для начала можно любую букву взять, потому что мы пока не знаем слово. Угу. Давайте А, первое. A. Окей, okay, continue. Угу. Продолжай. О. О. No. Next one. Даниил. И. И. No. Ал. Би. Ал. Би, би, би. Би. No. Берс? М. М. Н. No, М. Окей. М. Так, сори. Продолжай. Берс. Окей. Т. Т? Yeah. No. Юлия? Окей. Икс. X, окей, no. Диана? M. M. No. Дарам? Rain. Rain. Дождь. Right, correct, правильно. Окей. Next, Ален? И. И. No. Так. Злата. О. Какая буква? О. О. Yes. Продолжай, continue. I know the word. Okay, say it. Snow. Snow. Yes, correct. Snow. Снег, правильно? Next. Так, Данил. Данил. Ну, какое можно... Мама, какое? Меня вызвали, какое? Эй. Эй. Продолжай. Данил. Да. N. No. Дарам. Дарам. E. E.
Yes, continue. I don't know. Ну, любую букву. K. K? No. No. Юля? B. B? Yes. Okay. No. Берс? T? T. No. Диана? Z. Z? T. А, T. А, T уже было. Не, я сказала Z. Как... Нет, Z? Z. Z. А, ну Z. Да. Yeah. No. Так, Ал. H. H. No. Ален. Ален. M. M. No. Let's try. Может, гласный? Гласных нет. Так. Кто знает слово, может быть? Или букву? Meet. Maybe, sorry. Maybe I know word. Okay, say it. L. Near. Near. L. Near. Рядом. Может, where? Может, where, может, near. Тут нет, тут это у нас существительное, и тема природа получилась. А, sorry. Weather, нет, нет, sorry. Может быть, live? Where? Live. Я за L. Yes, L. Live, может быть. I want to see how I know. Live. Leave. Where? Это было leave. А. Leave. Leave. Что такое leave? Можем. У нас 5 минут еще есть. Можем еще играть, в принципе. Возьмем, например, subjects. Subjects, yes. Предметы. Предметы. Да, уроки. Who wants to start? М. Смотри, сколько букв. Уроки, предметы. А. Эй. Эй. Окей. Okay. No, maybe I start. No. М. No, say. М. 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 Mathematics. 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 No. E. No. E. Yes. Yes. No. Yes. Geography. Yes. Geography. Geography. Yes. 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 The geography. Geography. Yay. Next. Так, who want to continue? Я не... Эй. Эй. С. 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 О. Who else? Ирина? D. D? D, да. No. Злата? R. R? No.
Богдан. Mathematics? Нет, слишком мало слов. No. Би? Би? No. Ален? И? И? No. Who else? Maybe Юлия? Yes. S. Yeah. Okay. S. Next. Так, continue. Еще буква. H. 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 Yes. O. O. Okay. M. M. No. I. I. The I know word. I know word. Spanish. Okay. Spanish. Spanish language. Yeah. Yes, that's right. And the last word. Последнее слово. Так. Want to start. Берс? S. S. C. Yes, continue. E. E. Yes, continue. H. H. Yes. Oh. K, maybe. K? Yeah. No. A. A, no. No. I. I. Yes. N. Ow. I know the word. C. C. Yes. Кто там знал слово? Chinese. Chinese. N. N. Yes, Chinese. Китайский. Okay. That's all for today. Thank you for the lesson. Goodbye. Okay, goodbye. Thank you. Goodbye. Thank you. Goodbye. Goodbye. Всем пока-пока, ребят. До свидания.